Привет, друзья! Я Платон. Я Федор. И мы делаем урок Real School. Пластилин. Погнали! И мы сегодня будем не просто воздушный шар делать, а аирдроп из популярной игры Fortnite, в которую мы играем. Красивенький аирдроп мы будем делать. Мне понадобится желтый пластилин, белый пластилин, голубой и синий. Мы сейчас будем делать набросок в карандаше. Пришло время заполнять все желтое пластилином. Шарик будет желтый. Мы его закрашиваем пластилином. Fortnite — это такая игра, шутер. И в ней есть разные типы оружия. Это обычное, необычное, редкое, эпическое и легендарное. Мы сейчас делаем аирдроп, в котором будет лежать легендарное оружие. Всегда в Fortnite в аирдропах лежат легендарное оружие. Fortnite — это очень популярная игра, ее играет 200 миллионов людей. Я делаю вот эту вот колбасочку для того, чтобы подровнять вот эти вот неровные углы. Чтобы шарик был гладкий и ровный. Пока мы тут лепим, мы расскажем вам еще немного про аирдроп. Этот аирдроп бывает еще и красным. Но красный он встречается редко и не во всех режимах. А вот такой желтый, который мы с Федором лепим сейчас, он может быть где угодно. В одном из уроков Real School мы лепили воздушный шар. А сегодня аналогично будем делать аирдроп. У нас в Платоново разные технологии, как делать аирдроп. Я закрашиваю все целиком, а потом делаю узор. А я делаю узор, а потом закрашиваю. У меня будет три стороны. Одна будет этого цвета, другая основного синего, а еще одна вот такого. Я доделал свой аирдроп. У нас получился очень классный аирдроп. Кому нравится, ставьте лайк. Если вы любите также лепить из пластилина, то присоединяйтесь к Real School. Всем пока-пока!